Какой у вас штат? Вы на севере, на юге? На восходе, Коннектикут. Если вы в Лондоне, скажите, пожалуйста, нашли такую эксклюзивную собачку? Мне сказали, Гамбург на связи. Да, Гамбург на связи. Очень приятно. Знаете, это хоть какая страна, скажите мне? Это Германия, это Берлин. Ну что, я помню, у вас БШО. Да, у нас БШО. Кристина, в Израиле ведь очень жаркий климат. Собака разведения Израиля именно, или вы ее привезли с другой страны? Что, прямо с Монреалем разговариваем? Ну, под Монреалем. Буквально вот 10 минут на машине и Монреаль. Ну и что? Хорошие новости у нас из Нью-Йорка. Да, да, мы наконец-то забрали нашего Винца, он спит. Да, сейчас мы вам расскажем, что происходит. Вот он сидит, стоит, нехорошо себя ведет. Мы... Какие по-русски, какие по-английски разные. Лесик. Молодец, да. Вас приходит ловить по YouTube, как бы, а вживую Мяша. Спасибо еще раз вам. Очень на это надеюсь. Огромное вам спасибо. Вы мне все объяснили, рассказали. Я просто вот после сегодняшнего разговора я уже точно знаю, что я заведу папильона. Спасибо. Мы поняли, что жизнь слишком коротка, чтобы жить ее без собаки. Очень правильное замечание. Полностью поддерживаю. Очень полезно, да, очень интересно. У нас, конечно же, будут скапливаться вопросы.